Всем привет! Выходные совсем близко, и самое время задуматься, как их лучше всего провести. О программе в Самаре расскажу прямо сейчас. Шедевры собрания Государственного Эрмитажа «Черный квадрат» Казимира Малевича все еще в Самаре. И вы еще успеете попасть к нему на аудиенцию. Именно так назвали арт-проект в художественном музее. Работа Малевича пробудет в Самаре до 20 декабря. Мороз и солнце – день чудесный, как там у классика. Самое время доставать коньки. В Самаре вовсю работают бесплатные катки. В парке Дружбы, на набережной, в парке Гагарина и целых два на площади Куйбышева. Если подходящей обуви у вас нет, но есть желание – не проблема. Ведь неподалеку от катка работает прокат. В рамках федерального проекта «Елки арт» 18 декабря в областной юношеской библиотеке состоится творческий мастер-класс онлайн. Участники мероприятия под руководством арт-терапевта смогут создать уникальные новогодние открытки с пожеланиями и украсить ими свои «Елки арт». Исторический парк «Россия. Моя история» присоединяется к всероссийской акции «День короткометражного кино». Ежедневно с 17 по 29 декабря будут демонстрироваться короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы 19-20 годов молодых авторов в возрасте до 35 лет. В воскресенье в областной библиотеке пройдут предновогодние квесты по детской литературе «Новый год на носу» для ребят 5-8 лет. Читатели узнают все секреты Деда Мороза, какой у него список дел перед Новым годом, как выглядит его знаменитая почта, его отдел сочинения ответов и расчетный центр оценки поведения. Пройти квест ребятам поможет Снегурочка, а в конце всех его участников ждет мастер-класс. Самарский областной художественный музей представляет уникальный выставочный проект, посвященный грядущему юбилею со дня основания Самарской губернии. Главной темой выставки, соединяющей в себе живопись и фотографию, является прошлое Самары, запечатленное кистью на холсте и при помощи линзы фотоаппарата. И, конечно, у вас найдется время, чтобы принять участие в новогоднем флешмобе нашего телеканала «Стих для Деда Мороза». Выучите с ребенком новогоднее стихотворение, снимите его на видео, пришлите ролик на почту или поделитесь в своих социальных сетях с хэштегом «Стих для Деда Мороза ГИС». Чем смешнее и трогательнее получится видео, тем лучше. Мы ждем даже неудачные дубли. Качественно смонтировать их помогут наши режиссеры. Все стихотворения мы разместим на нашем сайте и в социальных сетях, а лучшие покажем в эфире на телеканале «Самара ГИС». На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!